Между тем, больше 2 триллионов тенге потребуется на развитие системы водных ресурсов в Казахстане. Об этом накануне сообщил глава профильного ведомства Нуржан Нуржигитов. Мы решили узнать у жителей столицы, экономят ли они ценнейший ресурс на данный момент в быту. Ответы горожан вы можете увидеть прямо сейчас в блиц-опросе. Лишнюю воду стараюсь не выливать, делать напор поменьше у себя дома, при мытье посуды. У нас вода ниоткуда не приходит, то, что упало, должно у нас и расходоваться. Кризис, потому что людей становится больше в городе, строится много домов жилых, а везде нужна вода. Я считаю, что важно экономить воду, и не только в Казахстане, но в Казахстане в частности, потому что мы довольно расточительно ее используем. Я сама открывала кран, он у меня льется, я мою тут один стакан, потом отхожу, там она может остаться открытой. Я сама такой была. Я привык, потому что я сам с сельской местности, вот переехал 2-3 года тому назад в деревню. А с гора, с деревни в город. Ну, я вижу, вот, особенно молодежь, вот, дети где-то. Кран откроет, и мы даже, когда я зубы чищу, вот лично в стакан воды набираю и чищу. А вот смотрю, вот, когда по гостям ходишь, до детей ходишь, они не знают вот, цены воды.